О, сейчас вечер. У нас сегодня 10 сентября. Я потихонечку болею, кращу и копаю картофан. Картофан оказывается хороший в этом году. Но у меня относительно прошлых лет. Сейчас я покажу. В общем, нормально там, красный. У меня земля немного червива. То есть желтые черви начинают подъедать. Ну, бывало и хуже, конечно. Вот, вот эти у вас. Ну, не вглубь подъедают. А, надкусывают просто, пробуют. Не нравится им картошка. Так, ну картошку я садил вот здесь вот, вообще мелкую такую, мелкую вот такую. А, вот такую вот, вот она мама. Мама ее, она такая мелкая. Это сосед мне дал. Думал, ни хрена не вырастет. Ну вот кустики вот такие небольшие сами по себе. Вот. Вот такие кустики. А картошка большая. Вот сейчас попробуем. О! О, бля! Нормально! Нормально! Ладно, потом соберу. Сейчас эту посмотрим. Опа! Вот такая средненькая. Так, сейчас вот эту. Интересно, доска невысокая, а блин, крупненькая. Вот он. Ну и все, в принципе. Еще копать, да хрена. 4 сотки у меня тут. Вот здесь нормально более-менее, а вон тот конец, да, вон там меленькая уже пойдет картошка. Там земля хуже. Так, ну это я копал более-менее большенькие кустики, а вот такой вот средненький кость. Средненький, да? Ну, сантиметров, наверное, вот моя рука. 30, да? Ну, 40 максимум. Вот сейчас его копнем. Так, раз, два. Ну, ну нормально. Не червиво, но попадает червиво. Это хорошее. Ну что-то две только мало. Что-то ерунда. Опа, вот она. Вот она. Ну, 4 картошки с маленького кустика. Нормально. Может еще есть. О, где-то есть. Где-то есть. Вот она ее полезла. Ах, не найду. Ладно, на следующий год вырастет. Ну, в общем, все.